Дорогие друзья, всем еще раз привет. Посмотрите, сколько много народу тут на набережной. Сегодня прекрасный субботний день. Время где-то 3:30. Народ гуляет. Вид на горы такой прекрасный. Ветра нету. Кстати, купающихся не наблюдается. Как ни странно, я что-то высматривал, так никого и не увидел. Никто не купается. Наверное, сейчас самое холодное море. Градусов, наверное, 18. Надо посмотреть будет по прогнозам. Я думаю, что недели через 3-4 начнет уже активно теплеть. По крайней мере, так мне обещали. Но пока еще продолжается анталийская зима. Турецкая. Вот так вот. Ну, конечно, народу здесь огромное количество гуляет вдоль набережной. Ну, естественно, чтобы не погулять-то. Сейчас вот вид на горы вам дам покрупнее. Вот такая вот красота. Вам приятных выходных. Берегите себя и будьте счастливы.